Мутные воды, пенные берега. В металлургическом районе обнаружили необычный ручей. Прямо в реку Миас льется мыльная жидкость с резким ядовитым запахом. Очевидец все снял на мобильный телефон, и ситуацией занялся Росприроднадзор. Это для меня стало просто полным шоком. Смотрите, какой цвет воды. Сравните. Вот прозрачная вода, относительно текущая с другого стока в реку Миас, и вот это вот с этой трубы. Вот что увидел Сергей Коляскин во время прогулки по Каштагскому бору. Молодой человек быстро нашел источник зловонной жидкости. Оказалось, мутные потоки льются из поврежденной гофрированной трубы. Обнаружил пробой трубы. Вот. Ну, я сразу его сфотографировал с разных ракурсов, замерил GPS-точки, где он находится, снял видео, разместился в интернете. На следующий день я позвонил в Росприроднадзор. Вот, и уже сообщил, там написал им письмо. Специалисты из природоохранного ведомства сразу же приехали на место. Взяли пробы воды из странного ручья и отправили их на экспертизу. Но пока химические отходы продолжают поступать в реку. За неделю из трубы вытекает несколько тонн загрязняющих веществ, а по всей округе стоит резкий специфический запах. По словам Сергея, такого зловония не выдержали даже бездомные, которые жили неподалеку. Тут явно находятся павы, то есть вода голубая, и пенится, то есть в ней находятся явно всякие шампуни, то есть поверхностно-активные вещества, которые разрушают деятельность животных, уничтожают природу. Что за вещества вытекают из пробитой трубы, станет известно только после лабораторного исследования. Пока в ведомстве уточняют, кому может принадлежать загрязняющий воду коллектор. На сегодняшний день направлены запросы в архитектуру города Челябинска, в областную администрацию города Челябинска и муниципальное предприятие водоотведения и водоснабжения с целью установления принадлежности данного коллектора какой-либо организации, потому что ответственность несет организация, эксплуатирующая коллектор. Владельцу загрязняющего стока грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей. Но если результаты экспертизы подтвердят, что водному ресурсу причинен значительный урон, виновнику выставит счет за восстановление реки.